Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 октября. Память преподобного Петра. Святой Петр в мире Леонтий жил в царствами императора Феофила и происходил из Галатии от родителей Феофила и Евдокии. Феофил – византийский император от 829-832 год, известный иконоборец. Он отличался, Петр, прекрасной величественной наружностью и большой телесной силой, за что и выбран был в царские комиты и удостоен от императора различных воинских почестей. Комитами назывались первоначально спутники высшей чиновной особы в провинции, а позднее спутники императора, составлявшие их приближеннейшую свиту. Но недолго пробыл Леонтий на службе. Оставив все, он устремился к иноческому житию и принял пострижение с именем Петра в одном монастыре, называемом Дафнеум. Затем он отправился в Ольвию, обошел различные святые места, был в Лаодикии и Аталии. Мужественно перенося трудности путешествия и опасности со стороны Магометан, и потом опять возвратился в Ольвию. Конец жизни он провел уже в царствовании Василия Македонянина. 867-886 годы, в обители святого Фоки, в кое после многих иноческих подвигов с миром предал дух свой. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.